Пушкинская, Одесская филармония, гостиница «Красная». Сейчас проедем, покажу. Едем по Пушкинской. Вот показываю. Сейчас мы подъехали горсовет. Сидит мэр наш. И передвигаемся к оперному театру. Вот такой наш оперный театр. Сейчас все на карантине. Центральный ЗАГС. Кто хочет расписаться, пожалуйста, приезжайте, расписывайтесь. Сейчас поворачиваем на улицу Дерибасовскую. Нет, позже. А нет, вот Дерибасовская. Да. Банк. Центральный национальный банк Украины. У кого ветхие купюры, меняйте. Улица Дерибасовская. Так, Дерибасовская. Брусчатка. Все работает, все без масок. Карантин по бумажке. Ремонты какие-то. Дальше по улице Дерибасовской проезд закрыт. Мы поворачиваем на Екатерининскую. А там только пешеходная зона. Стрелка. Поворот на Екатерининскую. Магазин «Калипсо». Магазин «Цитрус». Светофор. Сейчас показывает памятник Екатерины. Сейчас мы подъезжаем к памятнику Екатерины, основательнице нашего города. Это бывшие градоначальники стоят нашего города. И морвокзал. Далека все видно. Показывай же памятник. А вот памятник с другой стороны. Тут круг вокруг памятника. И возвращаемся на улицу Екатерининская. Улица Лонжероновская. Возвращаемся к оперному театру. С другой стороны, так как там одностороннее движение. Вот такая красота здесь. Вот оперный театр. Выехали на улицу Ришельевская. Мы сейчас находимся в центре города. Я вам показываю основные улицы. Сейчас с правой стороны будет бывший ЦУМ, знаменитый. Как он? Ой, детский мир. Вот он. Остался. Здесь школа. Транспорт весь. Развязка хорошая. Ездит, все в порядке. И все здания там. Архитектурная ценность. Да, посмотри, какое красивое здание. Все здания — это архитектурная ценность нашего города.
их реставрируют. Просто здание. И приводят в порядок. Вот в данный момент реставрация происходит здания. Рабочие подкрашивают, ремонтируют, приводят все в порядок. Мы сейчас находимся в центре города, около Кривоза. Вот такие дома еще сохранили. Четырехэтажные. Как живут одесситы. А с этой стороны снесли этажки, построили дома. И вот такая высотка около Привоза. И начинается Привоз. Ой, мне солнце в глаза. Нифига не видно. И теперь начался у нас Привоз, рынок. Привоз начинается с первого магазина. Называется «Украинская горилка». Автобус. Паркинг. Вот такие вот дома вокруг Привоза. Входим в Привоз. Рыбка. Ассортимент украинской горилки. И выходим на сам рынок Привоз. Не было там, напишите. Ты понимаешь? О, да. Людей много. Ножики. На Привозе можно купить все. Начиная с обуви и кончая яблоки, груши, конфеты, открытый рынок. Сейчас мы купим яблочек. Посмотрим, в какую цену сегодня яблоки. Рихард. Вот царство яблок. 50 гривен. Бананы возьмем. Мандаринчики. Редисочки возьмем, да? Идем. Вова, мне надо. Я не хочу. Сделали покупки, едем дальше. Это окраина Привоза с другой стороны. Сейчас будем выезжать на улицу Водопроводная. Пятый трамвайчик, который везет всех на море в Аркадий. Бывший планетарий. Пожар.
пожарная, внизу охотничий магазин. А здесь делают привоз, вокзал. Все перестраивают, остров. Трамвайные пути перестраивают, все закрыли на ремонте. Автовокзал. Раньше был автовокзал на выезде с Одессы, сейчас около привоза. Трамвайное депо. Вот стальканат. А вот стальканат. Улица Водопроводная, гора Чумка, трамвай мешает. Вот такая она. Здесь горводоканал Одесский. Водохранилище. Водохранилище. Мост. Железнодорожный. Железнодорожный. Проезжают поезда. Вот в таких трущобах еще живут одесситы. Старая Одесса. Старая Одесса. Завод январского восстания. Бывший, уже не работающий. Ставрию сделали. Здание красивое. Вот тут был завод январского восстания. Нет, пенсионный фонд. А здесь все наше обладминистрация сидят. Пенсионный фонд оформляют паспорта и все такое. Прописки, выписки. Улица Скворцова. Сейчас ее переименовали как-то. Пешенина какая-то. Да переименовывают все улицы, потом не знаешь, где какая улица. Каждый год другая улица. Это Ефимова, да? Ну так и осталось. О, домино какой построили, ничего себе. Так быстро. Вымахали. Где пустое место, везде по-быстрому застраивают. Тут тоже были двухэтажки, уже вон какой дом построен, уже люди живут. Там была воинская часть, тоже построивали все. Малиновский рынок. К сожалению, сейчас карантин, все закрыто. Работает на вынос. Позвонили, вам вынесли, что нужно. Выезжаем на улицу Малиновского, но мы ее проедем мимо, она пересекает. Это Ицхак Рабина. А мы едем по Ицхака Рабина. На покупку. Бывшая улица Якира. Вот едет старенький трамвайчик по городу. У нас в городе таких очень много. 10-й номер. Едет хорошо. Сегодня была экскурсия краткая по городу. Всем удачи, всем пока. Мне бы такое.